Вы нас дофига раз спрашивали, где мы живем. Сейчас покажу наш дом. Правда, вписочка у нас уже прошла. Вот так вот с соседями. Очень много зелени вообще вокруг дома и на нашем участке. Заборчик все время закрываю. Наш мопед, который мы купили недавно. Это наш маленький такой преддомный огородик. Здесь цветочки растут, пальмочки. Здесь у нас бонсай, наш маленький. У нас есть еще вот такое вот отвратительное растение, которое постоянно скидывает свои листья каждое утро. Только что убрал вот опять одно. Вокруг дома у нас тоже маленький такой парк, и за домом там сушилка. А здесь у нас летняя веранда. Мы тут вообще планировали кушать, когда заехали. Еще был стол вот здесь один. Мы его убрали. Теперь сделали тут такое место для отдыха. Тут еще место для отдыха. Тут Лилин маленький домик, палатка, которую мы привезли из Новосибирска. Кстати, места здесь хватает, чтобы машину запарковать. А теперь заходим в дом. Посмотрите, где мы живем. Здесь у нас сразу прихожая, обувь, и попадаешь сразу в детскую. Это Лилина комната, она очень такая получилась яркая. Два окна целых, кондёр обязательно, в каждой комнате кондиционер. Маленькая, уютненькая, классная комнатка получилась. Дальше, здесь у нас наша спальня. Собственно, большая кровать, такой нормальный, не очень большой, но вместимый шкаф. Тут всякие Наташкины приблуды. И у нас есть свой санузел. Ванны нету, только душ. Ну, нам хватает этого. Два санузла — это круто. Мы убедились уже. Это прям необходимость в большой семье. И еще один санузел, раз начали с толчков. Здесь тоже нет ванны. Это вот гостевой вариант. Вот такая вот кухня, микроволновка, плита, холодос. Самое главное — это стол. Стол, и чтобы рядом был кондёр. Потому что кушать за этим столом на улице просто невозможно. Наш зал, он вообще у нас крут. Самое крутое здесь — это телек. В нем нету HDMI разъема, поэтому мы живем без Apple TV. Это мое маленькое рабочее место. И если вдруг вы собрались к нам приехать, вот ваша комната. Не-не, это не ваша комната. Шкафчик у нас такой, кладовочка. Вот ваша комната. Вот такой вот у нас домик. Маленький, но уютненький. Все, приезжайте в гости, ставьте лайки, подписывайтесь, кто это еще не сделал. Всем пока.